В украинских и региональных СМИ появилась информация, что 19 апреля в Черноморске умерла 11-летняя девочка от осложнений коронавируса. Как сообщают родители, она провела в областной детской больнице больше месяца. В результате болезни у пятиклассницы отказали внутренние органы. В областном департаменте здравоохранения отметили, что причиной смерти стали не осложнения от коронавируса, а хронические заболевания. Дитина мала ожиріння, ковідної захворюваності не підтверджена. От було питання. Остромиоліт, там дуже багато захворюваності, хронічних.